На следующей неделе в продажу поступят первые билеты на Славянский базар. Причем первыми их можно будет купить только в кассах Витебска. Реверанс в сторону хозяев фестиваля. Есть информация о звездном составе. Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Надежда Кадышева с ансамблем «Золотое кольцо». Сольный концерт даст Александр Панайотов. А закрывать фестиваль будет рок-группа «Кипелов». На 28-м фестивале мы расширяемся по формату площадок. У нас появится площадка Ледового дворца вместе с ледовым шоу. У нас появится в новом формате Площадь Победы, которую мы отдаем нашей молодежи, всем молодежным культурам. В программе впервые и ночные джазовые вечера. Тысячи артистов и гостей Витебск ждет с 8 по 17 июля. Сегодня определены временные рамки 28-го международного фестиваля искусств.